Вот, показываю мужу, какую я на завтрак еду приготовила. Он говорит, ну, я ему сказала, из чего? Он говорит, да, очень вкусно, а чего бы это не показать? Ну, говорит, ну, оно что-то очень страшненькое на вид. Ну, вообще-то говоря, понятно, что здесь какао, здесь грецкий орех, здесь мед, ну, и еще такой самый большой ингредиент, это вот пшенная каша. Кстати, ее можно сюда еще больше добавить. Мы ее добавим сюда. И у нас будет оно чуть-чуть светлее. Вот. И такой вот у нас пражский торт, можно сказать, получается. Парижский. Ну, в общем, приятного аппетита. Давайте пробовать и фантазировать. А ты еще апельсиновый цедр не посыпала? Ну, вот цедру ты себе по вкусу, потому что я ее не кушаю. Нет, чтобы на видео посыпать. Да, ну ладно, до новых встреч.